храмах города над Бугом прошли церковные богослужения в честь одного из 12 праздников преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Облачение священнослужителей в это торжество белое, как напоминание верующим о фаворском свете. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос совершил преображение во время молитвы на горе Фавор в присутствии своих близких учеников. На сегодняшний день праздник преображения Господня далеко отстоит от воспоминания крестных страданий Господних. А вообще вот это событие, оно было совершено за несколько дней до крестной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Дабы укрепить веру своих учеников, действительно заверить, кто он есть на самом деле, было совершено вот это вот событие преображения Господня. То есть и те самые пророки, которые были явлены, они свидетельствовали о том, кто перед ними есть на самом деле. Вот потом уже белое облако осенило Господа, был слышен голос Бога Отца: «Сей Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». По сложившейся традиции преображение называют яблочным спасом. В этот день верующие приносят в храм для освящения плоды нового урожая, который считается своеобразной наградой за труд. Однако с этим днем связана еще одна примета. После преображения погода преображается, ночи становятся по-осеннему холодными. К слову, православные в этот день стараются преобразить разиться внутренне и избавиться от дурных привычек. Это большой православный праздник, и мы с нетерпением ждем этот праздник каждый год, потому что радуемся нашим урожаем, выращенным на огородах. Поэтому идем сюда и ждем, и угощаем всех своих родных и близких, и соседей. Это в душе должно быть. Я стараюсь чтить все праздники со своей семьей, со своими внуками, детьми. И всегда какой-то трепет, какое-то белорусское такое слово «осолода» после наступает. Поэтому желаю всем вот такого духовного блаженства, вдохновения, чтобы оно было в душе. И тогда все будет хорошо. Юлия Селюк, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.